не игры. И вновь к игре. Со своим вариантом фристайла нас готова познакомить команда КВН. Федор Двинятин, Москва, Ступино. Добрый вечер. Че напряглись-то? Ну, крошки и крошки. Сегодня специально для этого выступления наша команда отпросилась из музея эталонов. Разрешите познакомить. Метр, децибел, джоуль. Килограмм и градус. Именно на эти пять величин сегодня возложена задача рассмешить всех до одного. В этом зале. Ну что ж, я больше не могу терпеть. Лейся, миссия! Come on, please help me, Dr. D. I need your love, I feel so sick. I need a healing you for me. Oh, Dr. D, deep, deep, deeper, help me. Марин, смотри, градус упал. Саша, мог бы и промолчать? Тебе легко говорить, Марина. У тебя кляпа во рту нет. Ну и у тебя нет. Проглотил. Цигель, цигель, ай-лю-лю, я тебя тороплю. Цигель, цигель, ай-лю-лю, маячок, я даю. Саш, ну такой ты остряк. У меня даже для тебя подарок есть. Вот, Игорь, мне кажется, вы должны знать, где можно купить такую шапочку кожаную, которая здесь так вот на замочек закрывается. Вот. Марина! Да после этого твое место в казематах. А твое, Александр, в углу. Слышали, Александр Васильевич, как она с вами разговаривает? Петь собралась? Петь. Хотя вы, Александр, этого ну совершенно не заслуживаете. Второй раз я все фиксирую. Все, все, все. Барбекю, барбекю. Даже с маленьким IQ можно сделать барбекю. Спасибо, Марин. Прямо вот сняла сексуальное напряжение в зале. Давно хотела тебя спросить. Тебе никогда не приходило в голову копье? Приходила. Иди отсюда, канапе ты наша. Цигель, цигель, ай-лю-лю, я тебя тороплю. Цигель, цигель, ай-лю-лю, маячок, я даю. А на сцене дуэт «Старая кляча» и Наташа. Фотосессия с роботом. Чик-чик, робот, дай мне страсть. Дай мне эмоции, робот. Покажи мне животное! Ты робот-тигр! Дай мне мужество! Робот, пли, пли! Плю, плю! Дай мне... Покажи что-нибудь этакое! Спасибо, робот, одевайтесь, мы вам позвоним. Ребята, вот прям как на вас не посмотрю, у меня всегда перед глазами всплывает слово «отходы». Да, Марина, я вчера на рынке был и твою голову между телячьей и свиной видел. Если бы не твоя улыбка, вообще бы мимо прошел. Хам! Богиня! Ну что ж, наша миссия худо-бедно да подошла к концу. Не знаю, как нам, а вам наше выступление, ну, очень понравилось.
И если в мировой истории была известна только одна могучая кучка, то в нашей команде их целых 5. Наш любимый финальный хит с надрывом. Кто знает слова, подпевайте. Imagine taking oceans and jumping through the ocean. Nobody's business. If I gotta take summer, not cover is the Monday. Nobody's business. If I feel up.